Было у жителя Котельнича Андрея Шильникова до недавнего времени два увлечения – подводная охота и интернет. На этом станке для себя собирал оружие и параллельно искал в глобальной сети информацию о том, как усовершенствовать аппарат для чеканки по металлу. Там и узнал, что станок этот можно переоборудовать и для чеканки по дереву. Увлекся в итоге новым хобби. Подключил к станку компьютер и с помощью 3D-моделирования вырезает теперь вот такие объемные фигуры. И останавливаться на этом не собирается. Это художественный поделок. У меня будет большой станок, примерно где-то полметра на полтора размера. Там уже более объемный, ну, более по размеру больше рельефа можно будет обрабатывать. В перспективе, после очередной модернизации станка, Андрей планирует вырезать на нем даже статуэтки. Ну а уже сейчас, опять же с помощью компьютера, научил аппарат и выжигать. Вот такие картины. Все, что для этого нужно – качественное фото. Основан на струйном принтере, так же, как он печатает фотографию, также точно он выжигает. Посмотреть уникальные работы из дерева уже скоро смогут жители и гости Котельнича. Некоторые творения умельцев будут выставлены в местном динопарке. Дмитрий Житарчук, Максим Колбин, Антон Мамаев, Бюро новостей Давича.